Всем доброго раннего утра, 7 утра. Коля ушел, я решила сделать запеканку. Пока еще дочка у меня гостит, осталось 2 дня. Хочется повкуснее что-то покормить. У меня было 4 пачки творога простоквашино. Сахарок, соль, так, разрыхлитель теста. Пакетик, ванильный сахар, пакетик. Так, что еще? 5 яиц и 5 столовых ложек манки. Вот и все. Замесила вот такое тесто. Творог немножко пробила этой мелкой картофельной. И, в общем-то, вот оно такое довольно-таки, вот смотрите. Такое вот оно тесто. Изюм добавила. И все. Духовку. Ну, надо смотреть. После 30 минут надо смотреть. Я уже сама понимаю, когда она готова. Запах по квартире будет, как будто торт печется. Поэтому вот эту запеканку мы очень любим. Аленка уже купила сгущенку. И очень понравилось ей Простоквашино сметана на топленых сливках. Прям очень ей понравилось. Вот она ела вчера еще. Смотрю, уже поела с блинами, с остатками. В общем, стараюсь каждый день что-то разнообразить, несмотря на болезнь. Конечно, ну сейчас уже лучше я себя чувствую. Антибиотики, конечно, дают хорошие результаты. И быстро излечиваюсь. Так, все, в духовку убираю. Ножи у меня нагрелось. Ух ты, тяжелые, конечно. Вот такие вот дела. Все, будем ждать запеканку. Наблюдаю за запеканкой, а сама вяжу. Сейчас скажут, опять что-то вяжет. Давно начала, девчонки, вязать вот этот свитер. Я что-то бросила его. Аленка говорит, свитер нужен. А у нее вроде есть свитер. И я что-то как-то вот тут с этой болезнью своей и особо не замудрялась, чтобы ей связать к отъезду. Потому что, ну, не знаю. Если что, посылкой вышлю. Сейчас горлышко покажу. Вот такое вот двойное горло, прям такое высокое довольно-таки горло. Что прям все горло закрывало. А то она все время у меня мотает платки какие-то, шарфы на шею. Все время мерзнет. Такая пряжа, она, знаете, мне она просто не очень, наверное, понравилась. Она неоднородная такая. Какая-то себя как будто вот вязала так, ну, неровно. На самом деле вот петельки такие все ровненькие. На изнанке, да? Смотрите, изнанка прям вся хорошая. А лицо из-за того, что вот такая вот бугристая пряжа, шнурочек. Ну, я думаю, она после стирки выровняется. Такое все какое-то бугристое. Ну, вот такая пряжа. Такая пряжа. Может, поэтому она мне так не зашла. В общем, вязала по мастер-классу в Дзене. Если что, девчонки, я тоже на Дзене. Также Светлана и Бакс. Подписывайтесь, пожалуйста. В общем-то, у меня уже там 20 подписчиков есть. Всех приглашаю в Дзен. А в Дзене вяжем с Татьяной, есть такой канал. Я у нее и пряжу иногда заказываю. Ну, уже много раз и спицы заказывала. И вот я по ее мастер-классу вяжу. Она дочке вязала из пуха норки. Но у меня дочка не любит пушистую пряжу. Поэтому вяжу из такой вот меринос что-нибудь. В общем, вот любит она такое мягенькое все, но не пушистое. Вот у нее был свитер для дочки. Связан вот так, все вот как есть. У меня вот с такими вот регланными линиями. Вот, обычно тут как-то мы лицевыми делаем, а у нее вот изнаночными. Я сделала тоже так. Прям все по ее мастер-классу. А вот сам низ. У нее с разрезиками. Потом она разделяет вязание. В общем, вот перед чуть-чуть покороче.
спинка там где-то сантиметра на 4, наверное, подлиннее. Ну, не знаю, буду ли делать так я, может быть, и тоже так сделаю. И заканчивать резинкой, тоже такой вот резиночкой 2 на 2. Ну, очень мягкая пряжа, хочу сказать, Баксик ее хватает, прямо ему нравится, она такая мягкая-мягкая. Вот этот вот мериносовый шнурок, кстати, 300 с чем-то, 390 моточек. Так что вот так вот, не дешевая. Вот сижу, вижу, смотрю, доброе утро. Запеканку свою караулю. В общем, а время 7:30. Я никогда так рано, конечно, не вставала в 7 утра. Но проснулся. Коля проснулся, и я с ним проснулась. В общем, вот, он уехал, а я делами занялась. Не спится мне. Я уже настолько, говорю, выспалась за эту неделю. Вот. Нечего спать, надо делать дела. Ну что, делаю себе кофеёк. Запеканочка. Такая вот она, высокенькая. Не прилипает к бортикам. Хрустящая корочка. Вот если постучать. Такая вот корочка небольшая, прям небольшая корочка. Потому что манка, она вот делает такую корочку. Потом, это в начале. Потом она такая отмякнет. Я ее накрою. И она будет очень мягкая. Но я люблю хрустящий край, поэтому ем прям вот, не жду, пока она остынет, нарезала. Когда она только-только из духовки, она немножко мнется, когда ее режешь. А потом она уже режется хорошо, она более плотненькая становится. Ой, думаю, что одним таким маленьким кусочком я не обойдусь, я еще съем. Так что, девчонки, пеките очень вкусно. Всем приятного аппетита. Вот такой у меня сегодня завтрак.